Українська асоціація футболу. Андрію, що для вас нагорода Лев матчу? Наскільки це приємно отримати? Конечно, приятно. Спасибо болельщикам, потому что последние, наверное, 3-4 недели, даже когда я находился в клубе, я готовился, я знал, что как бы в клубе у меня не будет достаточно игрового времени, поэтому я целенаправленно готовился в национальную сборную. Хотелось показать, доказать и главному тренеру, и нашим болельщикам, что я нахожусь в достаточно неплохой форме. И не знаю, получилось это у меня или нет. Конечно, игра оставляет желать лучшего, особенно в решающей стадии нужно забивать голы, но не все сразу. Достаточно долгий период я находился без игровой практики, поэтому тяжело сразу выходить и забивать, показывать яркую игру. Я благодарен тренерскому штабу за то, что они дают мне играть здесь, и я стараюсь отдавать на поле все силы. И, принаймні, емоційно має додати вам цей лев-матчу більше сил. Лев-матч. Так, я розумію, що це аванс від вболівальників, які мене підтримують. Я вам дякую всім. Андрію, фізично наскільки було вам важко? Ви самі кажете, що не було ігрового часу достатньо зараз провести весь поєдинок. Хотя я достаточно тяжело работал все это время, приехал в сборную на 2 дня раньше. Андрей Николаевич меня попросил, чтобы я пробежал здесь некоторые определенные тесты, работал индивидуально, но одно дело это тренироваться, второе дело играть в игры, да, поэтому, конечно, было нелегко, но одна-две игры вот такие, и я думаю, что я должен быть готов на Евро и показывать свою лучшую игру. Украинская ассоциация футбола.